Филя. Филь, вставай. А какой сегодня день? Да знаю, знаю. Я что-то не поняла. У человека день рождения, а он лежит такой весь несчастный. Несчастный? А что такое счастье? Счастье? Ну, счастье это, наверное, когда ты любишь, когда тебя любят. Вот мы с папой, знаешь, как тебя любим? Мы тебе такой подарок приготовили. Какой? Беги скорее, там на столе стоит. Супер! Круто! Ну что, астроном, теперь ты сможешь на свои планеты и звезды не только на картинках смотреть, правда? Говорят, один раз лучше увидеть, чем 100 раз услышать. Только давай ты сначала у меня позавтракаешь, а потом уже будешь ломать его. Спасибо, мама. Ой, смотри-ка, Филя, тебе гороскоп-то обещает новых друзей сегодня. Будет кого и в гости вечерком позвать. Вот видишь, все-таки звезды тебе тоже подарок преподнесли. Не надо мне. Мне и так хорошо. Вот и наша профессорша идет. Ничего себе, какое увеличение. Мам, я иду луну смотреть. Иди, иди. Только далеко ты не ходи. Куда пойдешь-то? Пока не знаю. Может быть, найду какое-нибудь хорошее место. Ну давай, только знаешь, недолго. А то папа с бабушкой должны приехать уже к вечеру. Что у тебя за чемоданчик? Ты что, все свои вещи на прогулку тащишь? Это не чемоданчик. Читать умеешь? Слушай, я знаю одно место, откуда все отлично видно. Это колокольня. Давай я поговорю с отцом Дмитрием из церкви, чтобы он нас туда пустил. Я давно мечтаю увидеть большую медведицу вблизи. Вообще-то, я иду один. Почему? Вместе ж веселее. Ну, мне и так хорошо. Здравствуй. Тебе что-то нужно? Да нет, я просто так. Я неверующий. Вот как. Простите, мне домой пора. До свидания. Ну и дурак же я. Такой чепухи намолол. Теперь он меня точно на колокольню не пустит. Вера! Верочка! А что ты со мной не здороваешься? Ваш сын меня только что нагрубил. Да брось, ну прости его. Он какой-то сам не свой ходит последнее время. У него сегодня день рождения. А он убежал, я даже не знаю, где он бегает. И в гости никого не позвал. Да, я заметила. А давайте ему сюрприз устроим. Может, он подобреет. Давай. Знаете,
Времени уже полным-полно. Но вот где он? Где он бегает? Кажется, я знаю, где он. Скоро вернусь. Дмитрий, это Филя, он мой брат. Просто, понимаете, ему телескоп подарили, он на колокольню решил забраться, чтобы все видно было. Не ругайте его, пожалуйста. А, это ты? Ябедничать будешь, да? Я так и знала, что ты здесь. Но ябедничать не буду. Отец Дмитрий и так тебя видел, он сейчас придет. Ой, а что же теперь делать? Извиниться. Отец Дмитрий добрый, он тебя простит. Вот твоя большая медведица. Ух ты, здорово! Какое увеличение! Нравится? Да, очень. Все звезды рассмотрела? Конечно. Привет. Вот вы где. Извините, я сейчас уйду. Да что ты, уходить не нужно. Как тебя зовут? Филя. Какая у тебя интересная штука. А можно мне в нее посмотреть? Да. Там вот луна. Там есть море холода, море спокойствия, море дождей и море облаков. Да, названия лунных морей очень интересны. Я помню, есть еще море благоговения, море вечности, море надежды, море нежности, море счастья. Как говорил пророк Давид, хвалите Бога солнце и луна, хвалите его все звезды света. А вы что? Правда в это верите? Да. Что звезды и луна хвалят Бога? Конечно, верю. Конечно, хвалят, но только хвалят его по-своему, не так, как мы. Знаете что? Сейчас уже совсем темно. Пойдемте-ка домой, я вас провожу. Пойдемте. Сам-то ты во что веришь? Я верю в науку, в то, что весь мир управляется законами природы. Вот видишь, ты хоть немножечко, но верующий. Ты веришь в законы, а мы верим еще и в законодателя. Но эти законы я могу увидеть, изучить и проверить. А кто видел Бога? Взять те же звезды. Люди наблюдали за ними тысячи лет, поняли, как они движутся. Даже судьбу научились по ним предсказывать. Так ты еще и в судьбу веришь? Да. А вы разве нет? Я? Нет. Я верю в то, что Бог сотворил нас свободными, и каждый вправе сам выбирать свою судьбу. Только свободный человек может любить и чувствовать, что он любим. А без этого и счастья быть не может. Вот ты говоришь, что Бога никто не видел. Это неверно, потому что 2000 лет назад Бог сошел на землю в иудейском городе Вифлеем и родился как простой младенец. И, кстати, первыми младенцу Христу поклонились именно звездочеты. Верно. Пойдемте. Да, кстати, о звездочетах. Как-то сидели они в своей древней обсерватории и вдруг увидели на небе новую звезду, которая была ярче всех остальных звезд. И она не стояла на месте, а как бы звала за собой, приглашала в дорогу. Они последовали за ней и пришли в город Вифлеем. И принесли Богу младенцу свои богатые дары. Ведь никто же не ходит на день рождения без подарков. А мне как раз сегодня день рождения, поэтому мне телескоп подарили. Может быть, зайдем к нам в гости? Ну, если ты приглашаешь, то зайдем. Тебя, сынок. Ну, давай, задувай свечи. Ну, вот видишь, гороскоп-то сбылся. Сколько у тебя новых друзей появилось. А я думаю, что у хорошего человека и без гороскопа будет много друзей.
три звездочета, глядя в небеса, следили за движением светил. Вот Млечный Путь. А вот созвездие Пса. Один мудрец другому говорил. Но что я вижу? Посмотри туда. Зажглась на небе новая звезда. Я знаю точно, это Божий знак. Родился на земле великий царь. Он будет кроток, справедлив и благ. Об этом знаке говорили в стае. Ну что ж, нам путь далекий предстоит. Пойдем, звезда на месте не стоит. Три мудреца на поиски царя отправились в далекую страну. Не раз золотокудрая заря сменяла белоликую луну. Но каждый вечер яркая звезда звала друзей неведомо куда. Вот перед ними Иерусалим, но той звезды уже не виден свет. Где новый царь родился? Нам троим необходимо точно знать ответ. Пророки говорят, что Вифлеем стать должен благодатным местом тем. Над Вифлеемом вновь зажглась звезда, сойдя с небес почти что до земли. И здесь, в пещере, в яслях для скота, друзья Христа-младенца обрели. Но все же больше вера, чем звезда, тем людям помогла найти Христа.